что было до этого, это, конечно, неприятная серия. Но у нас будет в воскресенье возможность прервать нашу серию, и в том числе и в играх ЦСКА, и мы приложим максимум усилий, постараемся победить. Мы общаемся с ребятами регулярно. Понятно, что эта ситуация очень непростая для нас, и, наверное, мы многие в такой ситуации никогда не были, но тут стоит честно сказать, что все зависит от нас. И чем больше сил и желания, я не знаю, мы приложим в этой ситуации, мы ее сможем поправить, я уверен. Но я думаю, что все зависит от нас, в наших руках.